Ну что, собираемся потихонечку на Ладогу. А в который раз мы едем на Ладогу, Саша, скажи вот мне. Вот ты. Ты вот. Я не брал. Как всегда. Ключи забудешь. Вот, мы собрались. Да, я все время ее трогаю. Хочу выключить. Сам монтируй потом. Вот, собрались. В этот раз компактненько. Не приходится запихивать бутылку пива в свободную щель машины. Даже есть у нас место свободное. Место, да, все забито. Все. Едем. Вот он я. Снял, отлично. Вот он. Вот он. Все. Да, да, вот мы приехали традиционно в Лосево. Прошу вас, доцент. Погода плохая, надо одеваться. Погода не очень у нас сегодня. Погода не очень. Будем сейчас есть яичницу. Это я. Комплексный обед. Название, нет, нет. Написано там прямо. Ты снял бы «Угрибись». Где? Вон написано «Угрибись». Ну и что? Вон, ну? Вон написано. Вон, видишь. Я люблю кафе «Угрибись». «Угрибись». Непонятно. А мы тогда на улице сидели вообще. Хорошо вас, Саша. Мы на улице. Заходи. Тебя буду снимать. Здравствуйте. У вас есть яичница? Конечно. Отлично. Это у нас уже традиционно. Традиционно вас покупаем яичницу. Мы постоянные клиенты. Есть ветчина, помидоры, есть сосиски, есть бекон, есть овощная. Ветчина, помидоры, наверное, да. Две. Две. Ага. Хлебушка будешь, Саш? Да, да. И мне один кусочек, да. Кофейку, кофейку нам заварный. Наверное, хорошая с утра погода была. Ну, ночью был сильный туман. А, туман был, да? Да. Потому что в Питере это хорошая погода сейчас. Да, в Питере солнце. Да, там солнце. А сюда, а все наоборот, приехали, а здесь плохая погода. Вчера тоже было в Питере, было солнце. Сюда приехало, да. А вот мы сейчас съехали. Наоборот, всегда, да. Здесь лучшая погода, чем... Вот, смотри, это форель. Живая? Форель, Саша. Живая, да? Но мы будем ловить окуня с тобой. Ну, хорошо. Да. Хорошо, а кофе вы нам записали, нет? Не, лучше потом, да. И, ну, такой заварной. У нас кофемашинка? Да. Ну, потом мы тогда... Хорошо, угу. О, смотри тут. Стекла поставили. Отцеплю, я отцеплю это все. Просматриваю все это материал. Да. Работа. Ну, тут есть еще второй этаж с замечательным видом. О, здесь-то куда круче? Ну, воды как много в этом году, Саша. Воды? Здесь, смотри, здесь вид куда круче. Вот
Так, возьмите меня, пожалуйста. Это я постимаю сейчас. Ну, переехали на второй этаж. Да. Когда же мы будем есть? Видишь? Сейчас будем есть. Ну, прямо отсюда можно снимать. Уплыли. И так каждый день. Какой кошмар, да? Больше никого там нет у них, все. Ну, какая цена берешь? Подаешь руки, там же живет, не надо. У меня всегда проблемы со звуком, понимаешь, с какой звук делать. Я потом убираю. Ну что, губки-то я же не могу насочиняться. Все. Ну, вернемся. Все. Красивая такая. Живая, все. Но вот эта штука. Thank you.